you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня играем в криминалочку на серии Read Roleplay. Это серия КРМП. Здесь вообще бонуса нету, дается всего лишь 20 тысяч при как бы входе в игру. Мне дали 10 миллионов, чтобы я вам хорошо показал сервак. В принципе, онлайн сейчас небольшой, потому что, ну, блин, пацаны, 6 утра. Ну, тут неправильно показывают, сейчас 6 утра. Вот, можете вот здесь посмотреть. 6 часов 10 минут. Поэтому людей мало, в принципе. Давайте посмотрим, что здесь есть. Регистрация здесь была очень прикольная. Так, добро пожаловать на серию. Если вы на серию впервые, то прочитайте до конца. Угу. Ну, в принципе, здесь правила там и так далее. Здесь есть квесты, что меня очень даже заинтересовало. Давайте посмотрим. Так, квесты. Где они? Вот они. Так, получить паспорт. Давайте выберем. Первый квест, получить паспорт. Все, погнали. Теперь нам нужно получить паспорт. Только где мне взять скутер хотя бы, я на самом деле не знаю. А вон они, скутеры стоят. Мне кажется, интереснее будет квесты выполнять. Как бы вам за это будут давать деньги. И довольно-таки прикольно. Давайте арендуем, на двоечку заводится и поехали в мэрию. Только давайте пропишем GPS. Основные места. Нам нужна мэрия. Администрация президента. Наверное, это и есть мэрия. В принципе, поехали туда. Так, маппинг у нас здесь. Опа, я подарочек вижу. Так. Это мы где находимся? Стоп, я что-то запутался. Так, это у нас южный такой, ни хрена себе, южный измененный очень сильно. Я на самом деле сразу не узнал. Думаю, вы тоже. Кто не узнал сразу, что это южный, то пишите в комментариях. Я на самом деле сразу не понял, потому что маппинг что-то у меня лагает немного. Я просто криминалочку переустанавливал недавно, поэтому может из-за этого. IP группа Modpack будет в описании, кому будет интересно, в принципе. Поэтому заходите, кому понравится сервак, и играйте. Так, вот я приехал. Вот это машины правительства, как я понимаю. Так, давайте заглушим. И пойдем получим паспорт наш. Так, вот мы зашли в мэрию. Хуя себе мэрия, блять. Не, ну серьезно, блин, тут мэрия такая здоровая в середине, это жесть. Ладно, так, это не то. Нам нужен паспорт. Так, где тут лестница? Вон она. Не надо там мне в комментариях писать, что вот это мод какого-то сервера. Мне без разницы, честно. Если мне этот мод нравится, я скажу, что мне нравится. Мне все равно, спизжен он, не спизжен. Мне на самом деле без разницы. Я не слежу за модами, поэтому я не могу знать, это ихний мод или нет. Поэтому в комментариях не надо там бомбить. Так, вот. Вы успешно получите пас, чтобы показать, используйте пас. Давайте посмотрим наш паспорт. Пас 0. Ну, как-то так оно выглядит. Окей, какой там следующий квест? Давайте посмотрим. Че, я паспорт не получил? Я что, не получил паспорт? А, во, все. Все верно. Так, а что тут еще есть? Набор в организацию закрыт. Окей. Давайте посмотрим следующее наше задание. Так, квесты, получить английские права. Выбираем. И вперед с песней, в принципе. Так, я вот прибыл в Арзамас, здесь автошкола находится, и сейчас будем сдавать на права, в принципе. Так, паркуем наш транспорт. Так, вот, управление наземным транспортом. Думаю, в принципе, это нам и нужно. У вас уже имеются водительские права. Ну ладно, окей. Я об этом-то не знал, в принципе, ну, не знаю, ладно. Либо они у меня сразу были, либо мне их админы выдали. И у меня скутер пропал, потому что я далеко от него отошел. Ну, хреново на самом деле. Так, я тут посмотрел, еще есть задание получить воздушные права. Давайте, вот, квесты. Получить воздушные права.
Что-то я все здания упал. Так, водные крова. Походу у меня все это есть. Давайте в больницу города. Окей. Медкарту надо получить. Вот это уже интересно. Так, я попросил меня тпхнуть, потому что, блин, я без скутера бы сюда бы пешком бежал бы очень долго. Вот оформить карту. О, все, мед. Просто зашибись. Блин, обожаю такие, блин. Я никогда такие квесты не проходил, и мне это очень нравится на самом деле. Думаю, вам тоже такая тема нравится, в принципе. Так, квест. Все. Так, следующий квест, нужно вступить в организацию. Купить телефон. Надо подряд идти или нет? Купить, так. Или можно... Так, для начала выполнения задания... Прежние задания. А, угу. Окей, кстати, по-моему, здесь промокод есть. Сейчас я вспомню, вроде такой. Ладно. Может, я перепутал, но, в принципе, ладно. Так, надо вступить в какую-то организацию. Но это будет очень трудно, я думаю, потому что собеседования нет вообще никуда. Поэтому мы, наверное, выполним это в следующей серии. А сейчас поедем, купим, наверное, себе дом и машину какую-то. Кстати, больница находится в Южном, вот таком вот необычном месте, что очень даже прикольно. Маппинг мне прям очень нравится, на самом деле. Я такого еще не видел. Поэтому за маппинг прям 10 из 10, на самом деле. Так, я уже нашел автосалон, взял скутер на спавне. Ну, в принципе, автосалон далеко находится от спавна, но... Вот так, чувак на Жигулях. Окей. Так, а как тут машины покупать, мне интересно. Сюда надо заходить или что делать надо? Так, ага. Здравствуйте, вас приветствует автосалон города Южный. Вы хотите привезти ТС? Да. Ага. Окей, так, Ямаха, Харлей, так, что-то я не в ту сторону пошел, ну ладно. Так, вот Ламборгини за 8 миллионов, Порш 7,5, Астон Мартин, Гелик, Камаро, так, Поршик, обратно Феррари, о, М5,60, М3, по-моему, если я не ошибаюсь, так, это GT, Форд, наверное, Камри, Купер. Так, Субарь. Ну, выбор, кстати, есть. Хороший модпак у них. Прям, блин, годный. Прям четенький модпак. Таких я еще модпаков еще не видел, поэтому тоже четенький модпак у них. Так. Тауди неплохая. Не знаю, на самом деле, что взять. Выбора очень много. Ну, давайте обратно, наверное, полистаем, потому что советские начались машины. Сейчас что-то выберем, я не знаю даже, на самом деле, вот, что выбрать, потому что просто глаза расходятся, потому что тачки почти все классные. Ну, что-то сейчас дорогое, наверное, купим. Не знаю, не Феррари, конечно, но что-то купим. Во, Субарь можно взять, ну, я хз. Купер. Так, Бэха вот такая вот. Не знаю, можно такую тачку взять. Порша вот такого, кабриолет. Блин, надо что-то выбрать уже. Да, я, наверное, возьму тот Порш, кабриолет и все. Не буду мозги себе пудрить. Прикольный просто Поршик еще. Так, цвет. Через запятую. Окей. Так вот. Нет, такой цвет ему не очень идет. 170. 0. О, пусть будет вот такой желтый. Так. Выбрать. 3200. Окей. Во. Все, мы купили Порша. Как тут фары включать? Па-па-па-па-па-па-пам. Так. СМ. Барин, стабилизация. Как тут фары включать, я на самом деле без понятия. Здесь есть, кстати, инвентарь на... Ну, под 6.
Но у меня ничего нету, в принципе, поэтому... Сейчас я узнаю, как фары включать, и мы продолжим. Так, все, я фары включил. В принципе, я как-то их случайно еще включил, еще когда админы не ответили. Вон какой-то подарочек, кстати, есть. Так, блин, ну почти на желтый проехал. Так, я хочу посмотреть. Блин, это, наверное, у меня так хреново прогружается. Но прикольненько такой. Поршик вообще такой миленький, классненький. Давайте скриншот сделаем для превью. Думаю, будет топчик. Во. Просто шикарно. Давайте теперь купим дом. Ух ты, блин. Чё за маппинг здесь просто дикий, реально. Ну, вы такое раньше видели? Ну, серьезно просто. Ну, сейчас без какого-либо там вранья. Напишите, вы такой маппинг видели еще когда-то? Я вообще никогда не видел. Так, поворотники есть? Видимо, нету. Давайте поедем купим дом какой-то себе. Потому что нам нужен дом. Нам нужен дом, но я не знаю, где его купить. Сейчас, в принципе, поищем. Смотрите, пацаны, что я нашел. Аренду лодок. Наверное, это аренда лодок, как я понимаю. Блин, ну это круто. Это реально круто, но я еще машину разломал. Ну, бывает. Да, только я мог так лететь в березу просто. Да. Вот здесь еще есть дома. Видите, погост. Поэтому сейчас есть валик себе купить какой-то домик нормальный. Поэтому я движусь в эту сторону, чтобы себе найти какой-то дом. Более-менее нормальный. Так. Упс, дайте проехать. 24 на 7 даже продается еще. Так. Тут еще такая дорога сделана. Прикольно. Я не знаю, какой мне дом здесь выбрать. Здесь, походу, самые такие прикольные выкупили. Тут маленькие еще не выкупили. Ну, давайте сейчас поищем еще, не будем сразу... О, подарочек. Еще. Я, кстати, тут подарок не взял. Я тупанул. Давайте попробуем взять, и что нам даст это. Ага, надо 10 подарков собрать. Ну, окей, без проблем. Все понятно. Так. Блин, в натуре все дома нормально выкупили. Чалька. Поехали назад, посмотрим какой-то там более-менее нормальный дом. Бля, я обратно врезался, чувак просто там стоял, а я что-то тупанул, тапку в пол дал и немного машину разбил. Давайте вот здесь купим себе дом. В принципе, почему бы и нет. Так, давайте заглушим машину. Так, давайте сначала дом куплю, потом уже парк пропишу. Так, окей. Куда машина пропала? Фикс-кар. И где она теперь? Вот админ, он на Ашане был, мой Порш, короче. Финкар там пишешь. И он оказался на Ашане. Давайте я припаркую уже дома. Чтоб все было четенько. Так, сейчас только надо объехать его нормально. Да, вот именно я так могу. Без этого никак вообще. Так, давайте припаркуем эту лошадку. В прямом смысле переносом. Так, парк. И что я хотел? А, закрыть ее. Так, открыл, закрыл. Теперь пишем фикс кар. И вот она. Все. Просто идеально. Я купил себе домик. Вот такой вот миленький, красивенький, охуенненький Поршик. Заходи на серии, кому понравился он. Я, наверное, квесты буду выполнять уже в следующей серии. Да, вам не послышалось, я буду здесь, в принципе, играть, потому что сервак не понравился. Так что ждите новых серий. Заходите, кому понравился сервак, IP, группа Модпак будет в описании. Может, попадете вы в серию. На этом у меня все, всем пока-пока. Crying all night, cause I was from the city. She was from the outside, I was from
from the north.